Итак, продолжаем доделывать анимацию. Значит так, есть персонаж у нас уже с прописанной анимацией. Это не конечная анимация, ее потом еще шлифовать. Просто сейчас нужно раскидать именно двух персонажей, ну как они будут драться. Опять же, анимацию я беру из головы, и получается чуть-чуть, конечно, дольше, пока представишь, как это все дело должно быть. Лучше анимацию, конечно, снять на камеру или взять ну, какую-нибудь сцену уже там с GIF-анимацией, исходник хотя бы какой-то подставить и по нему уже делать, как я делал футбол. Значит, теперь пришлось мне вставить именно свои кости, ну не свои, а именно как я вставляю риг. В роликах я это уже показывал, вот. Не заменял я внешний вид костей, буду именно так делать. Просто это болван, в принципе, его анимация подойдет и к этому персонажу. Так, выбираем привязку. Теперь привязка меча будет другая. Мы делаем такую штуку. Сейчас я подготовлю персонажа для анимации и вот этого персонажа пока скрою. Значит, английское H. N-панель, это скринкаст-кей, включим. Все. Теперь, другая привязка, значит, меча, это можно привязывать его к косточке, можно привязывать именно к отдельной кости, или уже какой-нибудь косточке на руке. Так, R, перекрутка, G, можно подставить поближе к кисти. Так, тут его еще нужно перекрутить. Именно, чтобы лезвие смотрело по зоне удара. Подставляем, значит, к нашей вот сюда руке. Это меч двуручный, скачанный. Почему я люблю делать на отдельную косточку именно вот эти вот все, значит, мечи, там еще что-то. Если будет делаться, значит, анимация, где он будет, повторюсь, фехтовать, менять руку меча, то есть настройка такая на отдельные кости, они будут как бы взаимодействовать. Но это долгая песня, и этим заниматься в принципе ну как не хочется. Ссылку выкину на этот ролик, как менять, значит, привязывать косточки, чтобы менять меч там или еще что-то в группу ВК. Так, теперь, ну опять же, когда вы вот просто привязываете, ну допустим, вот я сейчас щит привязываю к какой-нибудь кости, и получится какая фишка, что я смогу его потом поменять, но прописать ему отдельную анимацию, именно используя локации, ротации, уже не в постмоде, допустим, а в Object Mode. Так, вот опять же щит сделан не под этого персонажа. Ну ничего. Теперь выбираем меч, выбираем косточки, заходим в постмод. И я хочу привязать, значит, вот к этой, так, какой-нибудь косточке, значит, наш меч. Ну, давайте попробуем к этой кости. Ctrl-P, пусть это будет бон. Так, теперь, если я выбираю управляющую кость, проверяем, видите, меч привязался, Ctrl-Z. Теперь делаем какую штуку? Object Mode, выбираем наш щит, выбираем опять же кости через Shift. Делаем опять же Post Mode и вяжем уже щит, значит, Converse Kinematic, Ctrl-P, бон. Теперь получается, если я буду руководить вот этой кистью, вот кисть у меня теперь будет свободная, а щит будет привязан к одной кости. Конечно, это ограничивает анимацию, лучше, ну, как по мне, лучше добавлять косточки. Это никогда не поздно сделать, и главное, чтобы анимация персонажа была прописана, и потом под эту анимацию просто добавляются косточки. Перевязываются щиты, удаляется анимация, допустим, на те
кости ненужные или там пока дровки какие-то убираются и прописываются уже по новой там периодичностью какие-то кадры. Так, надеюсь, понятно как-то объяснил. Так, теперь давайте подготовим нашего персонажа опять же к анимации. Выбираем вот эти все кости. И нужно загнуть, опять же, подготовить так, нашу кисть в держании вот этих всех причиндал. Так, поправляем сразу кости в центр. Так, пальцы они, в принципе, уже видите, настройка другая. И, в принципе, мне вот с таким ригом как-то легче работать. Так, есть согнули, ну чуть-чуть, конечно, мы их еще подкрутим. Так, и вот здесь уже поперли еще вот эти косточки, подзагнем. Так, R. Меч придется сейчас отдельно еще по руке выравнивать в Object Mode. Есть свои везде нюансы, такие вот не есть good. И вот эту косточку чуть-чуть под замок. Так, теперь немножко подкрутим кости. Сейчас поправить, ну, прописать еще вот эту кисть. Так, мы ее сразу перекрутим и точно так же мы ее подсогнем. Значит, R. Вот по всем вот этим нюансам, если вот что касается, значит, у нас, значит, кистей рук, там еще что-то. Ну, желательно, если делается анимация, чтобы потом не возиться, лучше сразу их все посидеть подольше и правильно все это дело поджать, чтобы было все потом пучком. Так, это значит R. И палец поджимаем. Вот так. Здесь вот вы видите, что пальцы опять разошлись. Здесь немножко нужно их подкорректировать именно основными вот этими косточками. О, ну вот уже вроде бы он кулак держит. Единицы на нампаде прописываем. А, и прописка прошла. И можно теперь G увести где-то на... Давайте на четвертый кадр. И сделаем Shift-D. Мертвую зону ему сделаем. Так, и еще одну Shift-D поставим на 10-й кадр. Ну вот он теперь у нас все нормально. Если вдруг вам нужно будет сбросить открытую кисть сделать, просто выбираете косточки кисти руки и делаете Alt-G, Alt-R. Все, у вас сбросилось. И можно использовать дальше. Так. Погнали. Теперь нужно, вот, так как он привязан к кости, нужно теперь подсогнутую руку выставить меч. Только в Object Mode, потому что в этом, как его, постмод это дело уже не выставится. Так, вот тоже есть неудобство, в отличие от косточек. Ну, от косточек тоже есть неудобство, потому что бывает, вы видели, что косточка отделяется, вылетает, где-то не может прописаться. Так, вот как-то так. Все это выставлено, вроде бы, как бы, да,
Ну, а эту сейчас поправим уже в другом месте. И заходим теперь, выбираем кости. Заходим в Pose Mode. Так, возвращаемся на первый кадр. Выбираем кость-управляшку. Поставим его, значит, сразу в позу. Ну, чтобы кисти все это здесь было прижато. Это теперь... Вот видите, если мы теперь будем кистью руководить, значит, щит у нас не будет двигаться. Мы его можем перемещать только, когда перемещаем всю руку. Значит, рука будет полностью фиксированная. И вот здесь будет уже неудобство в управлении. Вот. Так что, я не знаю, если перевязать на эту кость, на управляшку, то получится не очень хорошо. Ну, давайте сейчас я это все дело пропишу. А, И, прописка. Зайдем в Object Mode, выберем щит и попробуем на другую косточку, потому что мне нужно, чтобы она двигалась. Давайте я перевяжу вот на управляшку. Ctrl-P, Ctrl-P, бон. Так, теперь нам нужно опять зайти в Object Mode и теперь вот этот щит под эту косточку перекрутить. Вот такие бывают нехорошие вещи. Так, ну вот теперь, если выберем кости, зайдем в Pose Mode, то теперь, а ну-ка смотрим, и теперь она будет как выкручиваться. Тоже не есть good. Вот эта штукенция тоже не есть хорошо. Ну ладно, пусть пока она будет так. Ну так им хоть как-то можно управлять. Вот. А лучше, наверное, давайте добавим косточку. Так, вытянем косточку E. Alt-P, Clear Parent. И добавим ее к щиту. Чтобы уже не мудиться, делаем S побольше. Так, G. Выставляем прям на наш щит. Ну, уже нормально. Теперь заходим в Object Mode. Перевязываем нашего персонажа. Потому что появились дополнительные кости. Ctrl-P. Wait Automatic Widget. А теперь выбираем щит. Выбираем косточку. И заходим в Pose Mode. Выбираем кость. Делаем Ctrl-P. Бон. Теперь, если так, в Object Mode выбираем только кости, заходим в Pose Mode, и значит у нас вот теперь будет нормально. Вот, вот теперь можно щитом руководить и выбирать щит вместе с управляющей косточкой. Ну, чтобы он не мешал, я его все-таки заменю аддоном, значит, на Finger. И поставлю, чтобы его видеть именно. Так, это у нас бон группы. Добавлю ему, ну пусть будет красный цвет. Вот такая штука. Ну, погнали, попробуем теперь анимацию. Так, это R. Object Mode. Alt-H. Возвращаем скрытые наши анимации. Выбираем теперь только этого персонажа, только его кости и заходим в Pose Mode. Так, английская А, семерка на нампаде, лифт, камера долой, N, панель долой и значит R, перекрутка. Так, опа-на. Вот такие косяки теперь вылазят. Выбираем шлем, выбираем кости и опять же в Pose Mode на косточку головы. Ctrl-P. Бон. Вяжем шлем. Опять Object Mode.
Теперь опять выбираем кости. И все. Вот теперь английская А. Семерка на нампаде. Делаем R. Перекрутку. И вот теперь нужно понять, откуда он будет бежать. Так, ну вот они встретились взглядом, да? Так. Так как у меня, повторюсь, нет раскадровок и беру все из головы, пропишу пока А и, значит, персонажа на 10-м кадре. И мне нужен кадр, где он срубает ему голову, да? Так, это будет... Здесь он его на 20-м должен оттолкнуть щитом. Так, вот здесь уже нужно его ставить в позу. Так, а что у меня тут с персонажем? Что у него тут за косяк такой? Что-то я не понял. Так, рассмотрим еще один косяк, да? Заходим в Pose Mode, и значит вот эти, все у нас тут с коленями. А колени у нас выкрученные. Так, это значит, это, наверное, будет 90. И вот этот будет 90. О, все. Не настроены были колени. Кстати, вот вы видите, теперь и этот косяк видно, все понятно. И теперь у нас еще один какой косяк. Это значит Object Mode. Почему-то шлем отодвинулся от нашего персонажа. Так, раз. Ну, пойдет потом подкорректирую, не суть вопроса. Так, это значит постмод. Так, на 20-м кадре. Что делает у нас этот персонаж? Вот теперь гадай, что он будет делать. Так, выбираем щит, выбираем управляшку руки. R, получается G. R. Перекрутка. Значит, вот так. Поближе к телу. Английская А. Персонажа перекручиваем. Так, Ctrl-Z, семерка на нампаде. Это лучше делать, значит, через бок. Выбираем кости и, наверное, пусть он ударит ему в щит, да? Так, раз. Перекрутка позвоночника. Опять же, так, R. Перекрутка головы. Перекрутка, чего еще может быть? Так, а что у него с мечом?
А с мячом у него G, R. Так, вот перекрутим, и типа он его бьет в щит, значит, да? Ну да. Пусть он ударит его в щит. Это значит, рука уходит в щит. И желательно, наверное, чтобы покасательно это все дело ушло. Перекручивается тазовая кость. Так, упор идет у него вперед, значит, на щит. Голова защищена. Упор на плечо, значит, он на плечо берет щит. На плечо это значит R. Вот в эту сторону. Так. И теперь семерка на лампаде, английская А, R, перекрутим, G, подведем его, значит, к нашему персонажу. Так. Опустим тазовую кость G. Так, вот здесь вот ноги теперь, значит, G. Нога уходит назад. Делает упор. Тазовая кость G опускается ниже. R возвращается назад, чтобы сильно не перекручивалось. И, значит, вот эти ноги у нас семерка на нампаде перекручиваются в сторону противника. Но одна нога вот эта делает упор. G. Бьет он его, значит, щитом. Так, так, так. Перекручиваем позвоночник семерка на нампаде. Опять же, когда вы будете делать там, допустим, анимацию какую-то, поначалу меньше задействуйте каких-то костей, потому что лучше их потом прописывать. Просто раскидывайте блокинг, допустим. Ну вот раз, удар. Теперь как поведет себя меч? А меч, допустим, он ударяется персонажа, и меч типа мимо, да, выпускает G, удар такой происходит, как будто промахнулся, локоть задирается, и вот здесь вот чуть-чуть непонятно вот с этой всей перекруткой. Раз. Как-то, ну, вот так, скребанул, допустим, по щиту, смотрит в глаза, значит, противнику. Вот. Как-то так пока. А, и прописка. И теперь получается, раз, вот здесь вот, на 15-м, да, будем от 20-го отходить. На 15-м, значит. На 15-м мы чуть-чуть повторим, значит, анимацию вот этого гаврика. R. Тоже R. Так, меч, значит, вот таким вот образом.
И вот у нас получается, перекручивается, значит, меч, ну, в смысле, щит. Вот так. Чуть-чуть, значит, ключицу подаем назад. Позвоночник перекрутился. Вертаем его вперед. Вертаем назад. Делаем тоже такую же перекрутку. Только шея теперь у него сверху. И вот эта нога теперь так далеко не уходит. Вот здесь она должна быть. И вот уже идет столкновение. И вот здесь, когда он, значит, будет бить его, вот тут чуть-чуть непонятки, да? Ну давайте еще вот десятый кадр. Значит, меч у него вверху. Персонаж такой прям, ну, шиздец как настроен, да? Ноги у него готовы к бою, к изготовке. Так, вот раз. И теперь щит у него просто... типа на расслабухе был, они вот так вот встретились на поле боя, и у него так раз расслабленная рука была, так. Щит был прижат, допустим, у него поближе к бедру рукой. Так, у этого меч опущен, ну пусть тогда и у этого будет опущен. Так, тройка на нампаде. Вот вы видите, надо не забывать, значит, чтобы ноги были на вот этой, значит, на полу. Вот так. А, и прописка. И вот мы от 20 кадра уже, в принципе, получили какую-то ситуацию. Удар идет, значит, мечами. Так, раз. И вот здесь уже идет разворот. Его должно, значит, 20-й этот G. Перетягиваем где-то на 18, проверяем, произошел ли удар. Нет, это значит G на 19. Во, точка столкновения есть. Теперь у нас 20 идет перекрутка. Что должен сделать у нас вот этот персонаж? У него идет удар. И он отходит значит, на исходную точку. Как это делаем? А делаем это вот, выбираем тазовую кость. Здесь давайте добавим момент G, прилипания и удар. Удар, значит, этого, как его, щита. Здесь он уже должен отходить. Персонаж должен уже немножко вот так вот, типа, отойти от удара.
Меч. Что должен сделать меч? Меч должен опуститься вниз. Вот так как-то. Он должен сделать. Он должен проскоблить, значит, вот этот вот как бы G, вот сюда R, щит его должен проскользить, G, подойти чуть поближе, R как-то вот так, да. И тут, значит, идет суета такая неимоверная. Так, голова у него выравнивается. Его сейчас должно отбросить на вот эту ногу. Перекручиваем. Вот так будет. А, и... смотрим, 21 кадр. Вот, теперь он его отталкивает, значит, щитом. Выбираем щит, выбираем руку, управляшку. И, значит, вот этот гаврик, почему-то у него нога косит, да? Ну, сейчас будем это дело исправлять. G. Щит отлетает, значит, на него. Вот так как бы в бок, наверное, он его отводит. В лицо ему всобачивается. Он подается, значит, назад. Меч у него, значит, так, это тазовая кость, удюжить сильно не будем, перебарщивать. Так, тут, значит, у нас R, нога, G, уводка. А ну-ка. Ну, давайте на 3 косточки поставим. Так, а ну-ка. Теперь, значит, G. Тянет не те кости нафиг. Ну, а в принципе, поза, бля, нормальная получается, да? Да. Ладно, экспериментируем дальше. И теперь, значит, G. Его же отталкивает, меч у нас выбивает, да? Протягивает его как бы назад, и его самого должно назад выкрутить. Так, не понял. Так, эта кость, а ну-ка, регулирует? Нет, не регулирует. Так, а, и прописка. Почему такая фигня? Я же их настроил. Main. 69-я. 68-я, правильно. Выбираем Inverse Kinematic. 69-я. Ну, и что? Почему она не рабочая? Я думаю, что с ногами? Они не видят
69-я, значит, заработала. Так что арматура, а здесь у нас 68-я. Опа. А 68-я не хочет работать, потому что, опять же, хорошая штука, все косяки вот так вот когда вылазит. Закрываем, значит, поле таргет, которое я выбрал вручную. И теперь перевязываем вот пипеткой. А, и прописка. Так, отключаем мимы. Смотрим, что получилось. Так, это значит G. Выкручиваем руку. Сейчас на 15-м ногу выкручиваем. А, и... Так, ну, в принципе, что? Так, и вот здесь он должен ему срубить голову, да? Здесь он должен, персонаж наш, быть перекрученный. Так, это выбираем у него тазовую кость, семерка на нампаде. Значит, R. Здесь он перекручивается. R перекручивается ноги у него. Его еще дальше, значит, отталкивает. Здесь уже выбираем управляшки, все вот эти кости, значит, руки, ноги. Он здесь, значит, перекручивается, тоже уходит назад на вот эту ногу. Эта нога, значит, у него уходит еще дальше, наверное, да? Это с жопой у него тут и с костями ног, блин. Что-то, а, таз перекручен сильно. Вот когда таз сильно перекручен, начинают покаблучиваться вот эти конечности. Так, это значит... Он... опускает, как бы его толчком отвело. Так, раз, два. Перекручиваем, значит, ему позвонок. R. Здесь он уже собирается назад бежать, да? Так, голова у него перекручивается. R. А, и смотрим, что вообще получилось. Набросок есть. Ногу нужно тут еще, а хотя, да, ногу нужно вот эту вот перекрутку убрать потом. И теперь здесь у него, здесь он уже отшибать должен ему голову. Значит, вот это у него G уходит, выпускай на 25-й кадр, да?
который нужно еще откорректировать. Тут вообще непонятно, вот раз он, если он отлетает, так, G, чуть сюда. Здесь он должен на 25-м кадре как бы быть отброшенный, да? Не так, кость. Так. Перекручиваем стопу. Так, эта стопа, значит, выходит вперед. Ну, вроде как, ну, косяка он поймал, да? Здесь он упор делает на... Упор он делает... Значит, на щит G втыкает его как бы вот так, да, в землю. Вот так как бы он сбился. А, и... Получается, тут у него по ноге должна быть протяжка и выравнивание вот этой ноги на вот этот центр. Вот. Так, эта нога стоит на месте. Здесь он на 26-м тоже он должен как бы собраться, да? Здесь он прежде чем встать должен согнуться. Ага. Оттолкнуться как бы щитом. Сделать расслабленную такую стойку. R. Перекрутку. Осознание ахери. Так. Так, ключицы тоже не забываем. Расслабляем, значит, наши ключицы. Так, позвоночник чуть выкручиваем. И таз подаем на одну ногу вот эту. Меч, значит, оп. Как бы вот так, во. А, и. И получается так, корректировка ноги, удар, отлет, потыкнулся. Здесь вот уже подъем должен идти от этой играть, да? Значит, вот этот кадр нам не нужен. Delete. И будем от 26-го теперь плясать. Выставляем на 30-й. Тут он, значит, бешено поднимается. Так. Выбираем косточки таза, выбираем косточки управляшки, значит, да?
И значит здесь вот подается типа вперед. Вот так он поднимается. Так, эта нога у него идет сюда. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Давайте сразу докорректируем, да? Он на него, значит, такой уже попер. И нога у него поднялась. Это его всего у меня перекручивает, как этого, блин. Так, здесь он выкручивается. Старается, наверное, поднять меч или что он там. Так как-то. Здесь опять же у него что щит получается делает. Черт его знает, да? Семерка на нампаде. R. G. Ну, как-то старается, наверное, прикрыться, приподнять его. А, и... Здесь он видит, значит, меч, пугается, да, и эта нога у него становится, значит, R, G, вперед. А тело, значит, у него... О, можно еще сделать, как будто он выжил. Вообще бомба будет. Ну так, тогда бошку ему подправим, отрубить же он должен. Потом еще на анимации можно подкрутиться. Так, и опять же он отходит. Может сделать так, чтобы бы этим щитом по руке ему ударил и, короче, отбил, допустим, этот, ну как, меч, да? Тоже как вариант. Так, раз. Тут тазовую кость не забываем. Тут сильный перегиб. Вот этот тоже ликвидируем. Вот так. Раз. Управляшку мечом. О, кстати, надо тут на этом кадре щит подправить. Думаю, что там прыгнуло. Так, раз. Ну, так и этот его может завалить. Допустим, выжил, да? Так, позвоночник, позвоночник. И теперь получается, ага. Черт его знает, что должно тут быть со щитом. Так, еще щит должен перекрутиться. Рука не должна тут деформироваться. Вот так, раз. Так, и что у нас тут получается под тазовой кости? Так, где она тут, тазовая кость? Так, раз, и нога тут у него, типа, скольжение. Так, доведем тазовой косточкой. Так, раз, опа.
Так, что-то тут у меня ногой вот этой. А, вот. Так, это правильно, нога на весу, это отталкивает. Так, с корректировкой будем тогда. Раз, удар. Так, это значит нога. Нет, все-таки должна стоять. Так. А это должна вот так вот отойти еще дальше. Так, и вот здесь он должен ему отсобачить бошку. Башка отлетает. Персонаж что делает? А персонаж уходит назад от удара, да? Рука у него должна, значит, упасть. У него тоже должен как бы отлететь R назад. Тут у него немножко, значит, балансировка в этот бок, раз удар срубает бочку, да? Так, здесь вот меч куда попал? А вот он идет, да? И, в принципе, что? А, и? Так, здесь замах надо изменить, будет персонажа. Вот он отходит, а этот тут уже должен падать, значит, да? Это тут он уже без башки должен падать, значит. Это G. Так, управляющая кость. Это значит на протяг. Щит, в принципе, можно R, G. Тоже он отпустил. Так, меч. По мечу тоже он, в принципе, ему хана. Меч, видите, он уже его, в принципе, бросить не может, потому что он привязан бон, надо отвязывать и получится. Так, это значит, вот как-то такая штука получается. Эта рука уже она его не слушается. Вот она. А это что за привязка? Что тут дернулось? Так, это значит рука идет, опускается. Кисти руки делаем Alt G Alt R. А, и делаем прописку. Так, ну тут башки у него, считай, нету. Так, здесь, значит, он уже
переходит, а этот здесь уже должен валяться. Так, здесь он должен валяться уже. Значит, R. Перекрутка в эту сторону, просто тут нечего тянет, наверное. И теперь R на расслабуху. Все на расслабуху кидаем. И значит, и ноги вытягиваются как раз. Эта нога вытягивается, допустим. А это уже полностью тогда. И нога торчать не может, она должна как бы вот на бок лечь. Так, а здесь что у нас с коленом? Вот как-то так. Перекрутка кисти в сторону пола и конечное падение щитам. Прописка. Смотрим, что за махач тут вообще. Так. Ну вот уже симпатично. Единственное, теперь шлифануть. Вот видите, нога у него. Вот эта нога, которая не была привязана к косточке, она должна быть где-то вот так. Прописываем А и... Что у нас тут дальше? Здесь у нас можно добавить, ну, подвыверт и уход, значит, на эту ногу. А, и... Так, и вот здесь вот тоже не есть груз. Так, 15-й. Ничего так смоется, а что? Теперь дошлифовать, доработать вот эти все позы. Вот, допустим, нога у него в эту сторону, да? Не знаю, может, ее стоит как-нибудь подкорректировать, допустим, там, на излом пустить. Сделать так, чтобы башка у него, правда, отпала. Подкорректировать меч вот этого персонажа, чтобы четко по шее попал. Ну, так попростенькому, в принципе, тупой боец, как говорится, да? Ну, так ничего. Вот они встретились. Можно анимацию вот отсюда начинать. Вот так где-то. И тут раз так звон удара. Надо еще сделать как будто... Вот допустим, вот он ударился. А на 20-м кадре он уже не держит давление, да? Получается, нам нужно на 20-м кадре добавить ему сопротивление, допустим, раз. И получается, тогда он должен ближе быть к этому персонажу. Но здесь уже будет попроще, потому что
как? Тут уже ситуация ясна, как говорится, да? Здесь вот он выкручивается, держит вот эту мазу, эту. Так, чуть-чуть, значит, корректировки назад. Вот. Если больше развернуть, то получится предплечьем бьет. Можно развернуть ему вот эту ключицу, значит, назад чуть-чуть побольше, там, допустим, ну, без переборов, конечно. Так, здесь вот меч можно, я не знаю, там, ну, попозже прописать. А, и получается вот раз, вот, хоп, вот уже резонанс вроде его как бы оттолкнуло. Так, а здесь вот теперь нужно подправлять вот этот вот щит. Потому что он убег. И смотрим в 17-м, что получается. Вот уже толчок. Но здесь вот он не довернул, да? Давайте здесь его довернем. Вот эту штуку. Семерка на нампаде. Делаем R. Вот раз. Он пытается еще, значит, держать как бы эту снягу, да? Так, а у него получается перелом кисти. Значит, ему нужно еще перекрутить тело семерка на нампаде, чтобы у него попадало плечо. Вот так вот. Ну, это-то перекручено. А теперь что у нас по ногам? И вот эта нога, значит, G. И всего персонажа можно, значит, как сделать? Английская А. Чуть-чуть его как бы отскользить, да? А эта нога держит длину, короче. Вот так. И теперь G. R. Он еще больше ногу типа упирает. Но когда он назад подался, он должен податься вперед. Правильно? Вот так вот. Да. А, и получается уже удар. Все, вот уже у него более такая движуха. Вот вроде спотыкнулся. Теперь вот это все откорректировать. Будет, в принципе, нормальный поединок. Вот идет удар, резонанс, отскочил, потыкнулся, пока поднялся, шлеп и все. Ну, хотя бы так. Ну, вот так все это дело, значит, раскидывается. Если еще больше персонажей, ну, тут лучше делать как-то анимация отдельная, и уже как бы готовые подставлять, что ли, частями. Я не делал вот именно троих, четверых, ну двоих еще получается, а вот если сейчас еще одного добавить, тут уже лучше снять, опять же повторюсь, на камеру весь сюжет, чтобы знать, как, куда, какой персонаж бежит. Так вот и Дисней делал, он сначала художники рисовали, снимали мини-сценки на видеокамеру, а потом обрисовывали, и так быстрее, конечно. А вот тут из головы брать, вот как он себя ведет, что он должен делать. А тут он, можно поменять его позу, держать, он встал в стойку, допустим. Бац. Где-то вот. Не, ну падает грузно так, молодец. Добавить больше такой изгибов, там, потом тряска головы. Допустим, вот здесь уже, где он упадет, можно добавить расслабление шеи полностью. Вот так.
позвоночник, вот эти тоже ключицы тоже можно прям опустить на низ. И позвоночник прям выровнять так. Создать какую-то там, я не знаю. Так. Что тут еще у него есть? Вот такую движуху создать центральной костью. И чуть-чуть, значит, чтобы он не проваливался в глину, в песок сильно рьяно. И выровнять вот это вот. Сделать так, удар вот этой бац вот так. А, и. Вот. И тогда у него падение уже более такое. Вот еще вот здесь вот раз. Меч. Задержку мечу сделать, допустим. Вот так вот так. Так. Ну а здесь можно чуть-чуть. А, она с отрубленной по барабану. Вот теперь, если выбирать, ускорять, замедлять, надо выбирать две анимации и расширять их, где-то добавлять какие-то куски. Но это слишком быстро в них махать идет. Если я сейчас здесь только расширю, то получается, тогда я уже не попаду на саму анимацию. Мне нужно выбирать все кости и их растягивать. Вот насчет вопроса. Как избавиться от эффекта, значит, робота, да, вот это, когда задержка идет на каких-то кадрах, вот за это дело я, в принципе, говорил, что так, то все должны быть задействованы постоянно в этом. И вот мертвых точек у персонажа не должно быть. Допустим, если он бьет, так, это вот со щитом, потом я подкорректирую, на каждом кадре, допустим, должен идти и у этого движуха персонажа, и у этого. Если, допустим, сейчас эффект робота засобачить, да, растяжку я делаю, допустим, вот, увожу анимацию, так, погодите, Ctrl-Z, я сначала все это дело сохраню, файл, сейв, и теперь смотрим, если я увожу эту анимацию, а здесь попадается двойной кадр, Shift-D, допустим, ну, пусть он даже близко будет, и получается теперь раз, этот бьет, а у этого вот она вот она задержка, и он вот это все дело он видит. Ну и больше движения костей добавляйте, чтобы мягкость была. Допустим, если позвоночник, то старайтесь, чтобы как-то в процессе, ну, три кости поработало. Допустим, сначала верхние, допустим, вот эта кость сначала, потом и вот эта, да? Вот вы их как-то корректируете. А потом, допустим, вот эту кость тазовой как-то. И получается такое перекрутка движения, вроде помягче должно быть. Вот. Вот такая вот анимация. Так, ну здесь еще что можно добавлять? Ну вот в моей сцене не получится. Хотя можно вот добавить увеличение меча, допустим. Если, ну-ка, если я выберу сам меч и сделаю вот на этом кадре, допустим, мечу, допустим, S. Лучше, конечно, косточкой делать. Вот так как-то, да? Пропишу. А. Ух ты, пардоньте. И пропишу это И. А потом
он у меня будет большой. А если дальше пропишу S, бывает вот такая хрень, когда закидываешь анимации с миксама, ритм миксамовский, то сбивается вот эта вся настройка и пропадает. Сейчас я вам покажу, что пропадает. Так. Допустим, вот он, легионер. Вот я закинул сюда миксамовский ритм, и у меня пропал, допустим, вот я выбираю ритм какой-нибудь, захожу в пост мод и хочу сделать скайл мечу. Я делаю прописку, я ему раз, а потом здесь вот делаю, так, здесь-то он уменьшен, и все, увидите, что после миксамовского вот этого рига здесь прописывается что-то copy rotation. Scale я почему-то не могу прописать. Если удалю вот этого полностью перца, то возможно будет вот такая штука. Легионер, вот дыхание, допустим. По прошлому ролику я еще не шлифовал это дело. Вот эти висюльки подкорректировал. И получается здесь, если я выбираю полностью риг, захожу в пост мод, то вот здесь я могу сделать скайл S. И вот у меня высвечивается вот эта вот настройка, которая там уже пропала из-за миксамовского рига. Поэтому лучше работать со своими ригами. И будет все зашибись. Вот теперь здесь раз. Вот меч у меня становится, допустим, больше, меньше. Так, вот здесь я могу прописать, допустим, скайл. А, и скайл. И вот теперь вместе с персонажем и меч становится больше. При ударе это было классно. Но чтобы это сделать, мне теперь нужно работать вот с этой сценой или найти весь вот этот косяк. Вот этот косяк, который сейчас... Вот. Так, cancel. Вот в этом парном, значит, появился чудо. Это где-то зима-лето, где-то тут, может быть, настройки. Буду искать, если найду. Вот может быть тут галочку какую поставить. Show error, go to current. По-английски я плоховато. Ну, пока, значит, вот такие результаты. Ну, а теперь шлифовка, корректировка, и будет, думаю, уже нормальная штука. Все, всем пока, до свидания. Вот такой процесс.